вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время, уважай», там прямо без соли едят. Там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают за мажай. Потом зачет, потом домой, с семью годами за спиной. Висят года, на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец, саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, 500 вперед, сигналим зря, пурга, и некому помочь. И мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь, сам тут больше нечего ловить. Мол, видишь, сам кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, тут глядит в глаза и холод на спине. А что ему кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И МАЗ попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. С Новым годом, Александр Николаевич. С новым счастьем.